Так, значит, весы. Август 2022 года. Что ожидает весов? Значит, мне показывают, что идет человек и стоит ведро с водой. Полное ведро с водой, он натыкается на него, как-то так бьет, ну, спотыкается, бьет ногой, и вода разливается вокруг, падает, разливается вокруг, и все. Это говорит о том, что в этом месяце у вас как колесо фортуны такое будет, вам в чем-то повезет, может быть, кто-то выиграет, может, какая-то удача на вас упадет. Вот, неважно в чем, в любом деле может быть удача, понимаете? И вот эта удача, которая вдруг свалится к вам ниоткуда, вы ее не сможете держать в своих руках. Вот, вы ее просто расплескаете туда-сюда, как говорится, как пришла, так и ушла. Понимаете? Вот не сможете этой удачей, ну, этим выигрышем, как бы, этой фортуны своей распорядиться правильно. Так что, ну, попытайтесь ее удержать, хотя тут такое, что расплёскивание не идет. Ну, попробуйте удержать, да. То есть что-то на вас упадет вот такое с неба. Вот ждите, понимаете, неожиданно вдруг вот удача коснулась именно вас. Вот. Ну, попытайтесь ей правильно распорядиться. Попытайтесь, по крайней мере, что-то попробуйте удержать. А, как бы, предупрежден, значит, вооружен. Ну, вот так, как-то так. До свидания.